أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله уважаемые наши телезрители приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и продолжаем серию передач посвященных теме ваххабизм такфиризм мы с нашим уважаемым гостем продолжим данную тему у нас в гостях снова уважаемый шейх Гурбан ассаламу алейкум шейх Гурбан Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату уважаемый шейх Гурбан очень множество передач мы обсуждаем данную тему потому что эта тема на самом деле очень важна для нас так как молодежь особенно, она не понимает всех тонкостей, всех проблем этого течения, точнее даже не течения, а секты, правильнее сказать. И мы говорили об истоках этой секты, кто ее основатель и почему он эту секту основал. Вот хотелось продолжить. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ إِلَىٰ قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ Я приветствую, прежде всего, дорогих телезрителей Хади ТВ-3. Мы говорили о такфиризме. Мы разъяснили вопрос о том, что из себя представляет такфиризм в ваххабизме, что из себя представлял такфиризм Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба, его непосредственных учеников, его непосредственных последователей, тех людей, которые пришли после него сразу. Мы до этого разбирали историю семейства Саудов в том числе. Но это все в контексте и в совокупности дает очень хорошее представление о том, что это за течение. И приступили к тому, чтобы разобрать, насколько оправдан тот такфиризм, насколько вообще имеет основание тот такфиризм, который у них имеется, который имелся прежде всего, потому что это необходимо всегда помнить. Это всегда необходимо помнить, что такфиризм, который был у Мухаммада ибн Абдул-Вахаба первые века основания этой секты, он отличается от того, что сейчас пытаются провозгласить современные ваххабитские лидеры, ваххабитские ученые. Почему? Потому что здесь двойные, тройные и десятикратные стандарты здесь есть. То здесь стандарты совершенно у них разные. Здесь, почему? Потому что, как я уже говорил неоднократно, это совершенно очевидно, и это совершенно прослеживается из всей их истории, из всего их учения. Они подстраивают свои убеждения, свои взгляды, свои фетвы, свои решения под свои собственные интересы. Не более того, здесь то есть нет того, что человек свои интересы подгоняет под Коран и Сунну, совершенно не так. То есть в ваххабизме это совершенно не так. Ваххабизм так не устроен. Ваххабизм устроен совершенно иначе. То есть там, наоборот, решения фетвы подгоняются под свои интересы. И поэтому, в зависимости от этого, мы видим, что они меняют свои взгляды от времени ко времени. Сегодня они говорят, нельзя такфирить. И в первую очередь нельзя такфирить правителя, они говорят. То есть первый, кто неприкосновенен в этом вопросе, это правители. Почему? Потому что они захватили власть. А чем они занимались, когда они захватывали Аравийский полуостров? Они убивали тех же правителей, тех же султанов, тех же эмиров, в том числе эмира Мекки, эмира Медины и так далее. Они с ними сражались. Да и вообще с османским халифатом тоже сражались. Да. Это совершенно очевидное самое, что ни на есть первейшая истина про ваххабизм. Они подстраивают решения, фетвы и свои взгляды на Коран и Сунну под свои собственные интересы. Подгоняют понимание священного Корана, понимание священной Сунны под свои собственные интересы. И поэтому здесь может быть что угодно. Они могут сказать что угодно. Они могут любую фетву издать. Но мы сейчас что разбираем? Мы в первую очередь разбираем то, что провозгласил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, как только заключил договор с семейством Сауда и с другими правителями до династии Сауда. Потому что, как мы уже говорили ранее, у него был другой сговор. У него был сговор с другим кланом, с другой династией эмиров. Поэтому в этот момент, когда он входил в сговор с разными эмирами, в том числе и в конце концов остановился на династии Саудов, он, первый его инструмент в поддержку этой династии, то есть он им обещал что? Он им обещал власть.
И в достижении этого своего обещания, в исполнении своего, этого, так сказать, своего обещания, он, его первейшим инструментом был такфиризм. То есть все сунниты, все хамбалиты Аравийского полуострова являются неверными, с ними надо сражаться, кроме тех, которые последовали за нами, стали нашими последователями. Мы в связи с этим коснулись ряда аятов Священного Корана, разобрали, что провозглашает, о чем говорят эти аяты Священного Корана. Мы в связи с этим коснулись также преданий, что говорят предания Его Светлости Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. И приведем еще несколько преданий. Это предание из Сахих аль-Бухари, то есть два предания от Анаса ибн Малика. И так как это Сахих Бухари, то согласно суннитскому учению, это единогласно принятое предание и считающееся достоверным. О чем говорит это предание? Это Анас ибн Малик передает, Анас ибн Малик является одним из выдающихся сподвижников, является одним из важнейших передатчиков Сахих аль-Бухари, потому что основное количество преданий, которые передает аль-Бухари, это Абу Хурейра, это Аиша и Анас ибн Малик. Это самые первые передатчики Бухари. Он передает от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, что его светлость запретил выносить такфир Ахлюль-Кибля, то есть тем, кто обращается в своих молитвах к Мекке. Тот, кто обращается во время своей молитвы, кто поворачивается во время молитвы к Гибле. Это, кстати, очень известная фетва на основании этих достоверных преданий, согласно суннитскому учению. Мазхабы, очень многие мазхабы, в первую очередь это ханафизм, мы об этом с позволения Бога еще поговорим, издали фетву, что все, кто обращается к Гибле, являются мусульманами. И такфир им запрещен, нельзя им выносить такфир. Итак, это книга, я не выписал, если мне не изменяет память, это книга молитвы и глава, посвященная достоинству обращения к Гибле во время молитвы, во время намаза. То есть это Бухари, книга молитвы и глава, посвященная достоинствам обращения к Гибле, к Мекке, во время молитвы, во время намаза. В некоторых изданиях это 392 и 393 хадисы. Вот Анас ибн Малика. Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, сказал следующее. «Умирту ан укатиля ан-наса хатта якулу ла илляха илляллах». Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, изволил сказать, что я сражаюсь с людьми до тех пор, пока они не произнесут «Ла илляха илляллах», пока не произнесут шахада, пока не произнесут свидетельство единства Бога, пока не произнесут шахаду. Опять-таки, я подчеркиваю, неоднократно говорил, очень много я говорил об этом, но, возможно, некоторые телезрители к нам только присоединились, я для них это еще раз повторю, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, эти слова его светлости нужно понимать в контексте тех событий, тех обстоятельств, из которых они были произнесены, естественно. Поэтому нельзя это понимать как слова, произнесенные в любых обстоятельствах, которые имеют отношение к любым обстоятельствам. Это совершенно не так, потому что, смотрите, есть разница. Если вы говорите, что мне приказано сражаться с людьми, пока они не произнесут «Ла илляха илляллах», это если мы понимаем, что это в любых абсолютно обстоятельствах имеет место быть, это слова, то это значит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, был агрессором, что он сам сражался, сам вступал в войну, чтобы те приняли единобожие, те приняли шахаду, произнесли шахаду ля илляха илляллах. Это если мы. А если мы учтем то обстоятельство, что эти слова сказаны были в военное время, как мы уже неоднократно приводили хадисы в связи с этим и уточняли, в каких обстоятельствах посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это говорил, во время войны с многобожниками, где агрессором были именно многобожники, и он в этих условиях сказал.
И что он подразумевал? Он подразумевает здесь ровно то, что он подразумевал, когда сказал эти же слова Усаме ибн Зейду. Почему? Потому что когда Усама ибн Зейд, согласно достоверному преданию, убил человека, который был многобожником и находился в состоянии войны с мусульманами, убил его, когда тот произнес шахаду, не поверив его словам и посчитав, что он произнес эту шахаду, чтобы сохранить себе жизнь, Усама убил его, его святость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? Он сказал, что как ты мог убить человека, который произнес шахаду. То есть здесь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит то же самое, что это наше сражение, которое начато многобожниками, это наше сражение имеет конец, и его концом является принятие этими многобожниками единобожия, произнесение ими шахаду. То есть не имеете права, о мои сподвижники, не имеете права убивать их, если они произнесут шахаду. То есть вам приказано останавливаться. То есть его светлость посланник, другими словами, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ставит ограничения войне. Не то, что развязывает войну. Потому что если мы в любых обстоятельствах воспримем это слово, то это развязывание войны. Но так как слова были сказаны в военное время, и в военное время эти слова имеют совершенно другое очертание. То есть он является очертанием границ для войны. До чего, где пределы войны? Где уже та черта, тот предел, после которого уже нельзя сражаться, нельзя убивать? Это необходимо понимать. Я это не говорил неоднократно, и из контекстов, из совокупности преданий это исходит. Хотя, как мы уже говорили, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его ученики воспринимают это совершенно иначе. Они, как это им обычно свойственно, они для того, чтобы преследовать свои интересы, они не понимают эти предания, так же, как и аят Священного Корана, в совокупности. Они берут отдельные предания и пытаются взять из этого предания то, что им нужно. Как сказано в Священном Коране, они к муташабихат, то есть они прибегают к тем, что не имеет однозначного значения, оставляя то, что имеет однозначное значение. Потому что то, что не имеет однозначного значения и может быть растолковано разными способами, оно нуждается в том, чтобы понимать его смысл в контексте, в совокупности с другими священными текстами. В противном случае можно иметь разное толкование, и они этим и занимаются, что они берут текст, который может иметь несколько толкований, и берут то толкование, которое им выгоднее всего. Итак, уважаемый шейх Гурбан, если вы позволите, после небольшой паузы мы продолжим. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами, мы продолжим после небольшой паузы. Уважаемые наши телезрители, мы прервались на небольшую паузу, до которой обсуждали тему такфиризма. Уважаемый шейх Гурбан, вы говорили, хотели привести хадис от посланника Аллаха и говорили о том, что они берут, допустим, текст аятов Корана и даже, можно сказать, хадисы, которые толкуют по-своему в своих интересах. Вы хотели привести пример? Ну, пример я привел, то есть, когда его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что «умирту ан укатиля ан-наса хатта ла илаха хатта якулу ла илаха илляллах», то есть мне приказано сражаться с ними до тех пор, пока они произнесут шахаду. Это значит, они понимают то, что он сам начинает войну, агрессию проявляет, то есть нападает на людей, чтобы они приняли единобожие. Хотя мы в истории посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то подобное видим? Видели что-то подобное, чтобы сам он нападал, чтобы сам проявлял агрессию? Нет, ни разу, ни одной такой агрессивный какой-то, какого-то агрессивного шага со стороны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за всю его историю мы не видели. Наоборот, он был милостью для врагов даже. Как я знаю, как мне память не изменяет, что он все свои войны, которые начинали против него, начинал после обеда, чтобы меньше умерших было, так как там было уже темнеет,
после обеда, то есть если после дзохра, после обеденного времени начать войну, то до вечернего мало времени остается, меньше убитых. Вне всякого сомнения, есть еще и другие факты, множество других обстоятельств, о которых можно было бы очень долгое время говорить, которые свидетельствуют о том же, что он всегда стремился к минимизации ущерба. Даже не только человеческих жизней, даже животные, растения, природа. Деревья, природу даже хотел сохранить. То есть это невероятной терпеливости человек был. Но, смотрите, сначала многобожники развязали против него войну. Потом к этим многобожникам присоединились иудеи. Тоже, причем война шла жестоко, шла на истребление и уничтожение мусульман. Ничего не жалели. Пытали мусульман, отбирали у них имущество. То есть абсолютно никаких средств они не жалели для того, чтобы... искоренить мусульман, чтобы уничтожить его полностью. После этого еще и христиане к Византийской империи к этому всему присоединилась. Все они начали войну, именно они, именно многобожники, иудеи и христиане начинали войну после его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Единственное, что он делал, он защищался, не более того. Разве мы видим, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, какую-либо из своих войн сам начинал, чтобы понимать его слова «умирту ан укатиля нас» как развязывание войны, а не остановка этой войны. Наоборот, эти слова означают, что он ставит предел, черту, после которой уже мусульманам запрещено. Он говорит, после этого, да, идет война, мы защищаемся, но после этого вы не имеете права кого-либо убивать. Как на примере с Усама ибн Зейдом. Пример Усама ибн Зейдом является очень ясным и четким примером для понимания. Я думаю, что, может, здесь и есть в этом примере, который мы приводим сейчас, какая-либо сложность, хотя не думаю, что там есть какая-то серьезная сложность для понимания. Но если есть хоть какая-то сложность для телезрителей, то в примере Усамы бин Зейда абсолютно все очевидно и все и понятно. Итак, что сказал его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Вернемся к этому. «Умирту ан укатиля ан-нас, хатта якулю ля илляха илля Аллах». После «ля илляха илля Аллах», после произнесения свидетельства, нету сражения, нету убийства. فَإِذَا قَالُوهَا И когда они скажут это свидетельство, وَسَلَّوْ سَلَاتَنَا И будут читать молитву, как мы, وَسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا И будут обращаться к той гибели, к которой мы обращаемся, وَدَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا И будут закалывать своих животных, как закалываем мы, то есть произнесением имени Аллаха и обращением в сторону гиблы, فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَ دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ И тогда их имущество, их жизни станут запретными для нас в этот момент. إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ Ну, разве что они совершают какое-либо преступление. Например, ну, бывают преступления, допустим, ну, например, да, запрещено имущество человека. إِلَّا بِحَقِّهَا Ну, разве что он совершит что-то, что позволит нам конфисковать его имущество. Допустим, наворовал. Наворовал, например, да. Ну, то есть, кроме как в этих случаях. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ Их расчет будет с Аллахом. То есть, на самом ли деле они уверовали, на самом ли искренне ли они читали молитву и так далее и тому подобное. И на самом ли деле они поклонялись единому Аллаху. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ То есть, расчет у них... Перед Богом. Это Сахи Бухари, это говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть ли здесь хоть что-то, о чем упоминает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге «Ат-Тавхид» или где-либо еще? Есть ли здесь что-то из того, что он упоминает, из условий сохранности жизни, имущества и чести? Когда он говорит в 6 главе своей книги «Ат-Тавхид», говорит, что вот этот список, все это должно соблюдаться. Ничего здесь нету. Ничего абсолютно. И все, что здесь перечислил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обратите внимание, все, что он перечислил, все эти условия были у современников Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, у тех мусульман, которые жили в его время, тех суннитов и хамбалитов, которые жили в той местности, где жил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, на Арабийском полуострове. Все эти условия были, на каком основании он вынес им такфир, на каком основании дозволило их имущество и жизнь. Имущество суннитов, имущество последователей Ахмада бин Хамбаля, хамбалитов, на каком основании.
И следующее предание, то есть это 392 предание было, 393 предание, имеет то же самое значение, также передается от Анаса ибн Малика. Его спросили по поводу того, чье имущество является недозволенным. Сказал: «Мен шахида ан ла илляха илляллах, тот, кто произнес шахаду, ва стагба ла кыблятана, ва салля салатана, ва акила дабихатана, фахуа муслим». Тот, кто обратится к гибели, будет читать молитву и будет кушать то, что мы закалываем, тот является мусульманином. «Лахума алиль муслим» и имеет те права, которые имеет муслим, «ва алейхима алиль муслим» и те, ту ответственность, которая возложена на каждого мусульманина. То есть он является мусульманином. Все эти условия, как я уже повторил, повторяюсь, имелись у современников Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, которому он вынес такфир. Он не видел эти предания Сахи Бухари. На каком основании? Он дозволил кровь мусульман, имущество мусульман. То есть на самом деле видно, что это политическое все-таки движение. Совершенно очевидно. То есть здесь нужно быть слепым, чтобы этого не заметить. Есть и также другая целая плеяда преданий, которые свидетельствуют о том же, о том, что тот, кто, каждый, кто обращается к гибели в своих молитвах, тот не считается, не может быть затакфирен, его нельзя такфирить. Некоторые из этих преданий являются слабыми, но я их с ними ознакомлю. Почему? Потому что они... Мы уже привели достоверное предание от Анаса ибн Малика. Эти предания, хоть и слабые, некоторые из них, но все же они подкрепляют. Подкрепляют. Большинство из них передано от Табарани, в Аль-Кабире или в Аль-Аусате. Одно из этих преданий передано Абу Яла. Итак, от Табарани, передано от ибн Умара, Абдуллахи ибн Умара. «Кафу ан ахли ла илляха илляллах». То есть не трогайте тех, кто произносит «Ла илляха илляллах». «Ла тукаффируухум бидамбин». Ни что-либо из грехов не может быть причиной того, чтобы вы считали его, обвинили его в неверии. «Фаман каффар ахля ла илляха илляллах, фахуа илляль куфри акраб». И тот, кто обвинит такого человека в неверии, тот ближе сам к неверию, чем тот, кого он обвинил. Есть здесь какая-либо, не то чтобы слабое предание, но есть среди суннитских ученых разногласия относительно одного из, прошу прощения, относительно двух из передатчиков данного предания. Это Дахак и Али ибн Зейд. Относительно двух этих передатчиков, не то что считают их слабыми, нет, просто часть хадисоведов считают их слабыми, часть считают, что они надежные. Есть разногласия. Но так как все-таки это не имеет для нас совершенно значения, пусть даже это предание является слабым, он подкрепляет то, что мы уже привели из Сахи Бухари. Мы исключительно для того, чтобы подкрепить это приводим. И также Табарани в Аль-Аусате, это было из Кабира, в Аль-Аусате приводит также предание от Его Светлость Али, алейхиссалату вассалям, и от Джабира, которые сказали: «Ахлю ла илляха илляллах, ла тукаффируухум бидамбин, ва ла ташхаду алейхим биширкин». Что те, кто произносит «Ла илляха илляллах», не могут быть обвинены в неверии из-за какого-либо из грехов. То есть ни один из грехов не может быть бидамбин. То есть здесь есть умум, здесь есть обобщение, то есть ни один из грехов не может быть причиной обвинить в неверии того, кто произнес «Ля илляха илляллах». Приводится от двух сподвижников. «Ва ля тажхаду алейхим биширкин». И не свидетельствуйте против них о том, что они совершили ширк. Что такой человек совершил ширк. Не утверждайте, что он является мушриком, что он совершает ширк, биширкин, ни один из видов ширка. Ну, здесь тоже, здесь это предание является слабым, но опять-таки подтверждает то, что приведено из Сахи Бухари. И также от Аиши приводят Табарани, также в Аль-Аусати: «Ля тукаффиру ахадан мин ахли ль-кибляти бидамбин». Аиша передала от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и также как Али, алейхиссалату ва саллям, и Джабир передавали от его светлости, Аиша также передает от его светлости, что «Ля тукаффиру ахадан мин ахли ль-кибляти бидамбин».
не обвиняйте в неверии никого из-за какого-либо из грехов. وَإِنْ أَمِلُوا بِالْكَبَائِرِ Даже если это будет большой грех, и даже если это будет великий грех, это все передается от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Несмотря на то, что некоторые из этих путей передатчиков являются слабыми, но все-таки все они передают одно и то же. И множественность цепочек передачи, подкрепляя друг друга, становится достоверным. Как говорит Ибн Таймия, в том числе Ибн Таймия, признаваемый ваххабитами в Минхадж ас-Сунна, если не ошибаюсь, он говорит, что если будет множество цепочек передатчиков, и все в этих цепочках передатчиков будут грешниками и фасиками, то подкрепляя друг друга, они обретают степень достоверности, не говоря уже о том, чтобы среди передатчиков были надежные. Или те, относительно которых имеются разногласия. Естественно, в первую очередь тогда подкрепляются. Поэтому это предание, передаваемое от Аиши, также подкрепляет предыдущие. И, несмотря на свою слабость, из-за того, что есть слабый передатчик в этой цепочке передатчиков, который восходит к Аиши, несмотря на это, через подкрепление друг друга этой цепочки передатчиков утверждает в нас уверенность в том, что это на самом деле было сказано его светлостью посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла тукафиру ахлан мин ахлил кибляти бидамбин». Даже если это великий грех, нельзя обвинять его в неверии. И, наконец, Абу Яла приводит также еще одно предание от Анаса, который сказал, один из табиинов, обращаясь к Анасу ибн Малику, сказал, «Инна насан». «Яшхадуна алейха билькуфри ваширк», Табин говорит. Говорит, что некоторые люди утверждают, что мы являемся неверными и мушриками. Были в те времена подобные люди. То есть кто-то обвинял Язида ар-Раккаши, обвинял их и его племя, обвинял в неверии и в ширке. Вот что Анас ибн Малик на это отвечает. Сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Уляика шаррул халк. Это самый худший из людей. То есть самый худший из людей, по мнению Анаса ибн Малика, являются те, которые обвиняют мусульман в ширке и в неверии. Уляика шаррул халк валь халика. Самый худший из творений, самый худший из людей, которые обвиняют. Вот что по поводу этого предания говорит Хейтами, Маджмау Завайд, говорит, что передано Абу Яла и так далее, приводит передатчиков, и относительно Язида ар-Раккаши говорит следующее, который является одним из передатчиков. Говорит, что «Кадда афаху л-Аксар», большинство хадисоветов ослабили его, «Вастакаху Абу Ахмад ибн Ади», но один из хадисоветов, коим является Ахмад ибн Абу Ахмад ибн Ади, он посчитал его надежным. И сам Хейтами говорит, что «Ва'арджу аннаху ля ба'аса би», что я надеюсь, что у него, в нем нет никаких проблем. То есть он, видно, что сам Хейтами склоняется к тому мнению, что он все-таки надежный, нежели слабый передатчик. Таким образом, мы, обращаясь к... Можно еще и другие предания, наверняка я... Можно продолжить список этих преданий, в которых говорится о том, что тот, кто обращается к Гибле, кто обращается в молитве в сторону Мекки, тот, того нельзя обвинять в ширке и в куфре. Это запрещено. Но я думаю, что этого всего достаточно. И перейдем, с позволения Бога, к другому вопросу немного. И посмотрим на то, каковы фетвы ученых до Ибн Таймии, и после Ибн Таймии, и самого Ибн Таймии тоже посмотрим на их фетвы, то есть то Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Каковы были фетвы ученых относительно того, кто произносит «Ля Иляха Илля Ла» и обращается в своих молитвах в сторону Мекки. Посмотрим на фетвы ученых. Спасибо, уважаемый шейх Рубани. Я надеюсь, что на следующей передаче мы именно обратимся к этой теме и продолжим ее. Шо. На этом я с вами прощаюсь.
Уважаемые наши телезрители, наша передача подошла к концу. Я надеюсь, иншаллах, что эта передача была полезна для вас. Но на следующей передаче мы также продолжим данную тему. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.